Саша Боровик посетил староконный рынок. В ходе встречи с людьми немного рассказал о себе. В 21 год уехал за границу, окончил юридический факультет сразу двух университетов – Пражского и Гарвардского. Трудился в Силиконовой долине в Калифорнии, а также в Лондоне, Сиэтле и Мюнхене. Кандидат в мэры Одессы от партии «Солидарность» блок Петра Порошенко говорит, стать руководителем города значит поступить на службу его жителям. Боровик подготовил своеобразный бизнес-план. Наш основной план – это новая экономическая политика. Мы хотим сделать так, чтобы одесситы могли зарабатывать деньги. Мы хотим освободить их от поборов, мы хотим понизить налог, и мы хотим создать равные возможности для всех и конкуренцию для того, чтобы люди могли зарабатывать деньги. Саша Боровик намерен следовать курсу ликвидации коррупции в городе. Одесситы считают кандидата от блока Петра Порошенко человеком новой формации. Это улучшение менеджмента в нашей жизни. То, о чем он говорит. Он говорит, в общем-то, правильные вещи. Верю я ему, свежие мысли, умный человек, грамотный человек, молодой человек, перспективный. Мы хотим почувствовать себя европейским городом. Саша Боровик причисляет себя к коренным одесситам, а свой зарубежный опыт политик намерен применить в родном городе. Я родился во Львове в 68 году, но детство я провел в Одессе, на Молдаванке, улица Лазарева, 4. Этот дом сейчас переведен из жилого фонда, он разрушен, как и многие другие дома на Молдаванке. Молдаванку мы теряем, и мы ее потеряем, если мы что-то не сделаем другое. И это другое, это нужно привести в городские власти абсолютно новых людей, такие как наша команда. Приятный человек. Я думаю, нужно голосовать за него. И образование, и видно как человека, и чувствуется, что он будет работать на благо города. Изменить систему, чтобы контролировались деньги, которые поступают в бюджет города, чтобы все это было четко, ясно, видно. Кандидат в мэры Одессы от партии «Солидарность» блок Петра Порошенко продолжит встречаться с людьми для детального изучения социальных проблем. Ольга Китик, Мария Сапкалова, Вячеслав Лаштаба, Думская ТВ.